Всем привет! Многие игроки после ряда неверных действий в прокачке, потери аккаунта или даже бана задаются вопросом, как создать новый аккаунт или твинк в танках. И на этом все только начинается. Я покажу не просто как создать твинк аккаунт, но еще как получить много плюшек, золота, премиум танки, премиум аккаунт и много серебра. Сколько конкретно, сказать сложно, ведь все зависит от вашей жадности. Бонусы разные, а выбирать что взять вы будете сами. Что вообще такое этот твинк аккаунт? Твинки — это несколько аккаунтов в игре одного человека. Твинки делаются с разными целями. Например, при возврате в игру, когда старый аккаунт недоступен, или для создания идеального аккаунта с учетом прошлых ошибок. А иногда, чтобы потешить свое эго, показывая начальным рангом, кто тут батя. Не забывайте, кстати, про подписку на канал и лайк под видео. Ваша активность мотивирует меня делать новые видео и доставать новые бонусы. Что вообще нужно для создания хорошего твинка? Хороший компьютер, который соответствует системным требованиям. Вот системки, кому надо, ознакомьтесь на паузе. Хорошая инвайт-ссылка с бонусами, чтобы уже в самом начале получить халяву для быстрого старта. А после этапа регистрации еще я дам офигенный промокод с мега-бонусом. Как же правильно создать твинк с премиум танком на старте? Хороший твинк — это твинк с бонусом. Я расскажу о топовой из ссылок, которая дает лучший из всех имеющихся танков Т-127 со слотом в ангаре, 100% экипажем и еще 600 золота. Переходим по первой ссылке из описания, вы ее ни с чем не спутаете. Это официальный сайт, на котором нужно зарегистрироваться, чтобы создать нормальный твинк аккаунт с бонусами. Сперва заполняете строку ввода электронной почты, затем придумайте твинку никнейм и пароль. Но регистрация еще не заканчивается. У сайта есть скрытая возможность вводить инвайт-код. Если что, я все это делал в режиме инкогнито в Google Chrome. Наводим мышку на строку ввода подтверждения пароля. Правый клик – посмотреть код. Чуть ниже элемента, который вам отобразило, есть строка GS. Form Section Bonus. Вам нужно значение Data Height 1 изменить на 0. Подтвердите изменение нажатием на пустое место в панели кода. И у вас появилась строка ввода инвайта, но код вводить пока нельзя. Наводим мышку на открывшуюся строку ввода инвайта. Нажимаем правый клик «Посмотреть код». В этой строке есть значение Read Only. Нажимаем дважды на нее и удаляем только эту часть текста. И еще раз подтвердите изменение нажатием на пустое место в панели кода. Все, можно закрывать панель и вводить инвайт-код. I love tanks. Это код, который нужно ввести, и вы получите на аккаунт еще 500 голды и 7 дней премиума. Еще получить бонусы можно, если привязать номер телефона к аккаунту в личном кабинете на старте игры. За это можно получить 100 золота. Перейти по ссылке из описания, которая дает бонус уже созданному аккаунту. Нажимаете, что вы опытный боец, и получаете сюрпризики. Еще пройдите все этапы обучения в игре. За это каждый игрок получит 500 голды, 3 дня премиума и 2 танка выбранной нации. Еще нужно выполнить боевые задачи «Вот дорога к победе» и «Боевой инструктаж». За них вы получите плюшки для прокачки. Можно скачать и установить World of Warplanes и пройти боевую задачу «Разведка боем». За это дают аж целую 1000 золота. Можно еще нарастить скилл игры и пройти отборное видео ВБР и ЛРН от разработчиков. За попадание в рубрику можно получить от 1000 золота. И напоследок, крайне жирный многоразовый бонус для уже созданных аккаунтов – Steel Commanders. Так звучит бонус-код World of Tanks от музыкальной группы Sabaton. Что он вообще дает? Один день танкового премиум аккаунта, 3 дня аренды танка Primo Victoria Швеции с обученным экипажем, 3 бустера опыта экипажа за бой на 300% на 1 час. Из снаряжения получите большой рим-комплект 5 штук, автоматический огнетушитель 5 штук и кофе с выпечкой 10 штук, плюс надпись на танк Sabaton. Где вводить этот бонус? Заходим на главный сайт World of Tanks, логинимся с данными, которые вы вводили при регистрации. Теперь справа страницы отображается ваш никнейм. Нажимайте на него и выбираете функцию «Активировать код Wargaming». Затем вводите бонус-код, который есть в описании под ссылкой на регистрацию. И подтверждаете использование кода. Все бонусы будут зачисляться на ваш аккаунт. Там еще подписота спрашивала у меня, какой прем-танк лучше всего купить на аккаунт. На самом деле вопрос сложный, но я в этой теме разобрался и могу точно посоветовать приобрести защитника, лове и скорпион Г, неумирающая классика. Но лучше не донатить вообще, хотя и прем-танком можно тоже прокачиваться. Но как по мне, донат вообще не обязательно.
А теперь советы по прокачке без доната. Эти советы мое личное имхо, исходя из моего опыта. Если что не так, пишите комменты и говорите, где я ошибся. Итак, вы создали аккаунт Twink без доната, вот. Теперь давайте прокачивать аккаунт. Для начала пройдите все миссии из обучения. Затем ознакомьтесь с тем, что вы получили на аккаунт. Определитесь с тем, какую ветку вы будете качать первой. Но не качайте больше трех танков ветки, так как опыт нужно строго экономить на покупку новой техники. Понимаете просто в чем дело? Хоть и в игре есть ветки, которые требуют меньше опыта, но и танки там не самые лучшие. Лучше всего прокачать надежную ветку, которая проверена временем, и играть спокойно. Тяжелые танки СССР или легкие танки Франции. Будете качать и не ошибетесь. Качая эти танки, не открывайте все модули. Сперва продвиньтесь в сторону прокачки новой техники, а затем можно вкачать то, чего не хватает машине. Скорости там или пробития, а затем уже копите на новый танк. Играя на низких уровнях, это будет не очень заметно, но потом, после пятого уровня, будет заметно сложнее прокачивать все модули техники. Не расходуйте полученные награды на раскраски и прочие мелочи, которые не повлияют на ваш геймплей. Подкопите на прем-танк или купите премиум, когда будет нужно. Ищите взводных. Если играть во взводах, вы будете получать на целых 15% больше опыта. Да и играть в команде будет проще, ведь можно говорить по связи и координировать действия команды. Не забывайте вступать в клан. Я уже говорил ранее, что лучше всего договориться заранее, чтобы вас взяли в клан. За это вы получите прирост опыта от 50 до 100%. Клан еще дает возможность вступить в клановые битвы и побороться за золото, которое можно потом потратить на премиум технику. А на этом все. Не забывайте, что ссылка на регистрацию находится в описании. Там же есть бонус-код и бонусная ссылка. Также прошу от вас за все мои старания по подбору бонусов подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик. А также я подобрал крутые наборы бонусов по другим играм, поэтому зацените эти два видеоролика. Спасибо, что смотрели, и да пребудет с вами Шара!